Это внизу серьезный именно солив. Да ну? Вы находитесь на канале Asmodee Play. Играем мы в Battlefield. Это мы в Battlefield, не Battlefield 5. Battlefield, боевые жабы. Battlefield. Или нет? Боевые жабы, как плоды. Ты что наделал, Косипон? Теперь весь рейх знает, где мы. Вот и охоту начали. Кстати, посмотрите на машину, как они сейчас изрешетили. Они же пострелять начали, уже изрешетили. Она едет. Танки, пехота, господи. Никто догнать не может. Юркую маленькую машинку. Ты облажался, ты облажался. Что если не один? Это меня не удивляет, я был с папашей. Ну ладно, как бы то ни было, уже все прошло. Нахрен все. Так, поругались, хорошо. Что дальше? Что от тебя пользы? Нет, это неправда. Из-за чего, по-твоему, я сразу выбрал тебя? Свой сраный отряд. За то, что ты упорный. Упорный. Тебя ловили, но ты все равно возвращался. Ну какое счастье от этого. Ну это, кстати, тоже думал. Какое счастье. Ты грабишь, тебя ловят. Были бы деньги еще большие, то ладно. А тех, кто грабит, те в правительстве сидят. Итак, ты все-таки будешь со мной? Конечно буду. Билл, мать твою, Бриджер. Это я. Молоток, именно это я хочу тебя слышать. А теперь можешь составить компанию старику, который собирается порешить хреновую тучу этих нацистов. С удовольствием. О, у меня не такая пушка была, заметьте. Так. Пулемет? Ой-ой-ой, он снайпер. Так, а я чё? Опа, 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 опа. Нате. Вот так. А вот здесь вот он, я помню, я про тебя не забыл. Да что ее мать-то? Вон на, в булку тебе. Вот так и подыхай там. Теперь. Вау! Так, сваливаем. Сваливаем, сваливаем. Где ты? Так, давайте-ка еще разок. Да, где вы? О! Ой-ой-ой! Вот для чего надо было все-таки она. А, подождите, подождите, вот же еще есть. Не надо так. Смотрите. Где ты? На. Подбил. На. Подбил. На. Как правильно целиться-то, твою ж мать. Вот все. На. Так, отбегаем. Жизни, 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 жизни. На. На. Где еще?
Так, самолет на бреющем. Вот у меня тут против самолета было. Где? Давай, взорвись. Вот так. Давай, самолет на бреющем. Блин. Еще разок. Так, сваливаю. Вот так. Господи, вы попали на миссию-то прямо-таки хорошую. На. Кто еще, где? Что тебе надо? Я не совсем тебя понимаю, тварь. Так, отбейте все вражеские атаки. Так. Так, что, где? Кто? Надеюсь, я по тебе попал. Блин, такая-то сложная миссия. Интересная, но сложная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, так-то вплотную бы подойти. Так. Еще разок. Попал. Так, а где эти людишки? Вот они. Блин, они по мне стреляют. У меня мало жизни. Мне надо лечиться, лечиться. Лечиться, лечиться. Ну-ка. Первый, второй. Че, я всех отбил? Не вижу. Я не вижу. Так, отбейте. Вижу. Так, блин, не успел прочитать, что ему надо было. Отвлекся. Самолеты, бежим, 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 бежим. Блин, один-то еле отбил. Ну, давай. Ой-ой-ой, меня убили. Надеюсь, не с самого начала этой волны. Придется все это атаковать, а защищать. А вы пока
Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Давай, давай, давай. Так, а вот и гонщики. Какие гонщики? Самолеты. Так. Твою ж мать-то. Где? Где моя техника? Откуда стрелять? Давай. Подбил. Или не подбил? Блин, подбил же. Походу дело надо, когда на заход идут, тогда только долбить их. А так что-то не догоняют их пули. Или чем они там стреляют? Так. Все, взяли. Взяли. Вот здесь-то есть, нет чего-нибудь? О, зенитка вторая. Так, какой из них на заход идет? Чем мне еще бегать придется сейчас? Ладно, давайте перемотаем данный сюжет. Так, самолеты были сбиты. На. Господи. Быстро же до меня добрались. Я только с самолетами разобраться успел. Давай. На. На. Он еще не с первого раза, тварь, погибает. На. Нет, не попал. Давай. Вот так. Давай из-за колонны. Откуда? Да я сомневаюсь, что издалека. Где-то здесь. Порядочком, на тебе по ногам. Отрезал ноги-то. Давай. Ой-ой-ой-ой. Это я понимаю, одна. Бежим. Бежим, бежим, бежим. На. На, господи, сколько мне на тебя надо будет перевести их? Ясен пень, что не с первого раза я тебя всех загашу-то. Ой-ой-ой-ой. Что тут есть? Спокойно, 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 спокойно.
давай, 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 давай. Пулемет есть пулемет. Даже с такого расстояния. Так. Ой-ой-ой. Чем это вы меня так? Это что-то мощное должно быть. Так. На. Ахтунг, ахтунг. Где ты? Покажись. Блин, вы меня затрахали. Сколько можно-то? На. На. Первый танк есть. На. Все, продержались. Продержались. Давайте. Самолеты. Это Япония, что ли? Японцы? Или кто они? Давайте. По-моему, нас тоже здесь гасят. Они здесь, сынок. Мы спасены. Они вернулись за нами. И вправду вернулись. Да, конечно, я нифига тут отстреливался. Пока ты там сидел наверху где-то. Посидел. Знаешь, я хочу кое-что сказать тебе, Бриджер. Отличная работа, сынок. Спасибо. Я слышал греческую. Греческие острова, что там. Да пошел ты. Давай, старого жука забирай с собой. Эй, я понял. Теперь уже ты собираешься свалить и бросить меня. А ты не отставай. Так, я... Там отличный пляж, сверкающий белый песок и могучие гурманские укрепления, которые нас ждут. Послушай, вот что мы сделаем. Я хочу предложить тебе одну вещь. Вот такой вот сказочный персонаж. Да. Особое лодочное отделение СБС прошло славный боевой путь. Им удавилось сражаться в Греции, Италии и материковой Европе. Его бойцы устрашали. Ага. Неординарная техника «бей и беги», предложенная Черчиллем, оказалась столь успешной, что ее и по сей день применяют войска специального назначения по всему миру. Хотя реальная численность этого подразделения держится в секрете. Это называется диверсия, сынок. Ну, что скажете? Подписывайся на мой канал. Ставим лайки. Оставляем комментарии. Эй, там кто-то есть? Конечно, есть. Прошу вас. Ну все, я так понимаю, у нас что-то было. Африка. Африка, что ли? И она, как я понимаю, должна уже закончиться. А там сколько? Раз, два, три. То ли четыре, то ли пять делений было. Ладно. Увидимся в следующем видео. Пока.